Приветствую любителей шашек. Я продолжаю экспериментировать с видео и с игрой зажащенной доской в том числе. Взыгрываю такой вот незамысловатый дебют, пытаясь запутать соперника. В данном случае проблемы могут быть только у меня. Вот здесь в частности вот нельзя нападать с b4 из-за вот такого ударщика hg3. И как бы я ни бил, я проиграю шашку. Вот здесь я собрался было ходить с d4, но мне померещилось, что на ход с d4 с разменом тут какой-то ударчик f5, d5 и fg7 с пробоем на a1. Но это всего лишь мираж. Ну, мне показалось, что там удар, и я решил убрать сначала шашку на борт. Выставил колонку, хочу начать до размена. Но размен делает соперник. Пытаюсь зафиксировать вот эту кучу, как бы две шашки держит, 4 мои. Если он ее сможет зафиксировать, тогда у него, конечно, будет 3. Но в данном случае никакой фиксаж у него не получается. Наоборот, я все-таки вываливаюсь на d4 и разгружаю свой правый фланг путем размена. То есть здесь взаимная связка. Тут оценить позицию так сходу сложно, надо как бы просчитывать, к чему это сведется. Но в данном случае мой соперник ошибся, пошел d7, я просто нападаю, у него нет темпа для размена, ему приходится жертвовать шашку и идти в дамки. Вот. Я поставил дамку на d8, не знаю, может быть на b8 надо было. В любом случае, получается, возвращаю сюда дамку, чтобы отрезать его дамку, и вернее его шашки. Ну, с помощью таких маневров удалось мне выиграть еще одну шашку, которую, правда, тут же приходится отдавать, но тем не менее окончание выиграно. Моя шашка идет в дамки. Максимум, что может сделать соперник, это попытаться разменять простую. Здесь выиграет простая петля. И все, черные сдаются. Вторая партия. Городская партия. Пока я здесь GF6 пошел, предлагаю сопернику на выбор H4 или GF4, ну, он не хочет. Идет на вот этот вариант. Вот здесь он сразу быстро напал B5, а я делаю скользящий размен D5. Ну, кстати, вот это нападение здесь не самое лучшее. Здесь проще было пойти GF4, потому что после вот сейчас вот размена, который вот следует 2-2, у черных, вернее, у белых, вот здесь такая пустота, ее надо как-то срочно заполнять. Левый фланг чуть-чуть не развит. В общем, у белых может быть сложность. Белые здесь правильно, наверное, поменялись, а соперник попадается на простую комбинацию. 3-0 дамки и сдается.